Сразу да. Ну, просто... Христиан, Юлиан Армидж. Мы не пристаем! Барчангизге ассалому алейкум, сизлар билан Хамракулов Муродам. Сиз Узбон ТВ каналини тамоша қилмоқдасиз. Айзлар, бугунги видеороликимизда мен бир опрос қилмоқчиман, яъни тасаввур қилинг, сиз бошқа миллатнинг қизини яхши кўриб қолдингиз. Ва шунда сиз нима қиласиз? Уйланасизми ёки йўқ? Агарда у қиз бошқа диндан бўлса-чи? Албатта бу саволлар бизга қизиқ. Қани унда биз бошладик. Здравствуйте, девчонки. Можно вопрос задать? I'll get you, bitch! Bitches, Только один вопрос. Какой? Конец. Вышли бы вы замуж, если ваш супруг из другой национальности? Ну, да, наверное. Вышла бы замуж, если супруг из другой национальности? Да. А если из другой религии? Не знаю, нет, наверное. Нет, да? Спасибо огромное. Все доброго. Спасибо. Мана, айзар, албатта, бу саволлар жуда хам кызык, биз канунда биз бошли. Айзлар, видеороликимиз бош хомиси, агарда сиз Қозоқистонга кирди-чиқди қилмоқчи бўлсангиз, Москва шаҳрида истиқомат қилсангиз, Икром акага битта телефон қилинглар-да, шундай ҳал қилиб беради, миграционист просрочка бўлса ҳам, Икром ака ҳал қилиб беради. Узбон ТВ каналидан десангиз, Узбон ТВ 5% чегирмани ҳал қилиб беради. Омад ссылкасини ҳам описанияга қолдираман. А вышли бы вы замуж за человека из другой национальности? Допустим, он из другой религии. Да. Вы вышли бы, да? У вас не смущает, что национальность из другой? Спасибо вам огромное. Вышли бы за девушку из другой национальности, если она... Смотря какой. Смотря какой, именно какой. Вот. Из Восточной Азии. Возможно. Возможно, да? Вышла бы ты замуж? Да. Да, сразу, да. Ну, просто есть человек, который мне нравится другой национальности. Допустим, он из другой религии. Ну, я в Бога не верю, так что да. Ты атеист? Да. А, я тоже атеист. Атеист, да. Ну, вас не смущает. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Вышли бы вы замуж, если ваш супруг из другой национальности? Да. Да. А если из другой религии? Тоже. Любовь важнее, чем нация и другое, да? Да. А вы бы вышли замуж, если ваш супруг, из другой национальности? А чего нет? Почему бы нет, да? Да. Если он из другой религии? А, я не знаю уже. Уже не знаете, да? Уже задумались, типа. А ты как ответила? Я сказала да. А я тогда тоже да. Да, да? Шорада хозир савол беришлар мумкин. Оркенда нима, сен қайердасан? Албатта мен Эрмитаждаман. Эрмитаж Санкт-Петербург шаҳрида энг зор музейлардан биттаси. Бу не только Санкт-Петербург шаҳрида, Россия давлатида. Эрмитаж 1764-йилда ойлаб топилган Екатерина II томонидан ва бунинг ичида қол ёзилмалар, қол билан chizilgan rasmlar juda ham ko'p. Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio'lardan chizilgan Ekaterina II'ni shaxsan o'zini rasmlari ham bu Ermitajni ichida joylashgan. Endi savol tug'iladi. Qanday oldin bu Ermitaj o'zi qirolicha, qirollar uchun o'ylab topilgan, ya'ni masalan men qirolmanda, men o'zimni shaxsan muzeyim bor. Men o'zimni narsalarimni to'playman. Albatta, bu Ekaterina II ham o'zini shaxsan narsalarini Немец давлатлары, яни, как бы, Войтахтаны нема деда, немец, Германия. Войтахтаны, блин, мама, оқызлады, короче. Ой, дурак. Германия пойтахтыдан олып келенген. Германия пойтахты, немали, комментарий озу колдырын, мен, албатта, озыр йодымдан чек болышы мүмкін. А, Берлин, все. Я просто похлопаю. Берлиндан 300-дан ошык нәрсәләрне алып келенгән, ләкин хәзердә уларның 213-тасы шу Эрмитажны ичидә турыпты. Кирәп бемалол күрәсез мөмкин. Ва шу арада әйтәмән, Николай I, Николай I 19-нчы гасырны башында шу Эрмитаж халык кирәп, көрәп, рәсемгә төшеп, кызыкарлы нәрсәләрне көрәп кетиш өчен яңа канун чыгарган. А, атларны дип әйтте. Шунака изда. Белгәнем шу иде. Апросны дәвам итәбез. Саволим шунда. Агар сиз бошқа миллатдаги аёлни яхши кўриб қолсангиз, шу одамга уйланармидингиз? Мусулмон бўлса. Мусулмон нимадан қабул қилса? Динни қабул қилса. Мисол қиламиз, рус, христиан. Уйланармидингиз, агар динни қабул қилмаса? Энди ёқтириб қўйсангиз-да. Ёқтириб қўйсангиз? Ёқтириб, энди сўрасиз-да, синга.
Халк дуйгусы күшлер ауаса. Энді чүнке, хазы буям инсан. Бәйті болан че деман дейді бұл, леген мусульманды қабыл қылын бақсы. Динді кенчәлі қабыл қысы, албат ойлан. Сізге хам шу савалам, айке, агар сіз рус қызны яқшы өріп қалдыз, о? Христиан, үйленар ма дейдіз? Енді құда білет, да, оны? Леген халы яқшы көрмегенсіз, да? Biz yaxşı görüb ötüb olduk. Gəl, əkələr, rahmat. Əkələrimiz üçün yaxşı görüb, üylənib, bolacaq əliyib olub getkən. Sənətə ki, başqa millətini, əyolini yaxşı görüb qarşı, sevib qarşı. Üylənər mi? Ailəz bunga qarşılık qılmaz mı? Məsələn, rus qızgı üylənər mi? Rus qızgı, əgər dostunin olsa, yaxşı görsəm, nəmə olsa? Үйленәрді? Рус қызды, мұсулман мәз. Рус қызды үйленәрді. Мені бұратым шөтті ашиды, орыс қызды үйленіп оңе, айлесі нормалы бір бағасы, ватанманы ашы бұттілі. Әмәсі ашы. Әмәсі ашы ол. Ойыз қайырдан болас, таныштың? Қоразымдар. Қоразымдар болас. Дин, мәселен, сіз қазақ христиан қызды үйленіпті, кеген ислам діне кіргізіш. Bu məsli, böyle önü məcbullah, bu minnish topu, hər kim özünə dini borsa gərək, sizin adına. Qos özünə dini nəsib aldı, mən özünə dini. Ya xoqlasa, girişi mümkün. Əhməd əkə, bir səval, əgər siz rus qızını yoxsan, başqa özbekməz, başqa millətdə qız yaxşı görüb qasız, üylənər mədiyiniz, otanəz qarşı bolmaz mı? Əgər də o qız 5 məhal namazını oqsa, sunun oqası olsa, Мәжбір отауынан мен бұлындырып, үйленді. Сізге фақат мұсулман болыш керек? Мұсулман болмасы, үйлен болыш. Керемес. Гәп, ел? Севсемем, қошақтым. Майлы, гәп. Рахмет. Можна вопрос задай? Да. Вышли бы замы у тебя человек, который в национальности? Да. Ничего не понимаю? Да, конечно. Если он из Ислама, то великий? Нет, ничего не понимаю. Третий вопрос. Если бы он был успехом? Тоже. Как бы главное то, что внутри человека, а не внешне. Главное чувствовать, чем нации. Да, конечно. Вы супер, спасибо вам огромное. Mana izlab hozirda biz soʻzlarimiz davom etmoqda. Deyarlik 70-80% odamlar faqatgina положительный отзывлар beryapti, ya'ni uylanaman, nima bo'lishdan qat'iy nazar, millat bo'ladimi yoki bo'lmasam boshqa millatdanmi, boshqa religiyadan bo'ladimi, всё равно men uylanaman deyapti. Albatta biz davom etamiz, qana. Boshlab aytsam, tebe ne смешает? Ещё второй вопрос. Boshlab aytsam, Я сама с Казахстана, конечно, тоже. Да? Тоже самое вопрос. Вышла бы Казахстан? Да, ну, круто. Ну, из другой национальности. Есть ли он еврей? Да. Тут второй тоже вопрос. Есть ли он цыган? Ничего не меняется? Спасибо вам огромное, вы супер. Спасибо. Мана изла хозер император Александр Хайкелен олдыда турман. Ва шу ерда біз озымызы репортажымызы башлаймыз. Кани, яни одамларды олдыге барып, вышли бы замуж за человека другой национальности или как-то там. Шуна каза олла, кетпи. Женился бы за человека другой нации. Другой нации? Но если достойный, да? Если достойный. Я вижу уже твоя девушка. Ну да, да. Она не будет смешать за это? Нет, но она русская. Она не будет тебя руководить. Ну, но об этом мы уже сами разберемся. Вот, дома. Смотри, если она узбечка. Узбечка? Да. Слушай. Ну ты влюбился. Ну ты же сказал, если достойно. Но она красивая. Ну, откуда я знаю? Слушай, ну да, почему бы нет? А если она мусульманка? Мусульманка? В принципе, на религию все равно. А, ты не обращаешь внимания? Я обращаю внимание. Да. Вышла бы ты замуж, если твоя... Твой супруг из другой национальности. А, как-то не обращаю внимания на национальность, главное, какой человек. А если из другой религии? Ну, если, например, есть просто разные случаи, когда, например, мужчина заставляет свою женщину принимать другую религию. Если бы заставил, то я бы не вышла бы замуж. Не если вышла. Бы нашли бы альтернативу, то рассматривал бы этот вариант. Спасибо огромное, ты лучшая. Вышли бы замуж, если ваш супруг из другой национальности? Да. 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 А если конечно. Из другой религии? Да. А вы тоже? Мое. Мы не пристаем. Здорово, пацаны. Короче, социальный вопрос. Давай. Женился бы, если твоя супруга из другой национальности? Да. А если из другой религии? Да. У меня
девушка как раз таки из другой национальности и из другой религии. Если не секрет. Что не секрет? А из какой национальности и из какой религии? А, она из Индии. И она индуитис. Все, спасибо огромное, ты лучший красавчик, все, давай. Все, Hozirda millat hech qanaqa rolni o'ynamayapti. Hamma ha, farqi yo'q, sevsam bo'ldi, sevgini tanlashyapti. Shuning uchun biz yanada davom etamiz sizlarga qiziqarli bo'lishi uchun. Да. Можно тебе несколько вопросов? Да. Давай. Женился бы девушку, которая она из другой национальности. Да. Да. Если она из другой вида. Да. Тебя ничего не смущает. Ничего. Любовь важнее, чем. Любовь абсолютно важнее, конечно. Спасибо тебе огромное. Большое спасибо. Пожухта. Пока. Слишком часто беда стучится в двери, но не трудно в спасателей поверить, лишь стоит только их позвать. Друзей не надо долго ждать. Чип-чип-чип-чип и Дейл. Вам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дейл. Лучше всех. Девушка, можно? Можно. Вышли бы замуж, если ваш супруг из другой национальности? Возможно. А если из другой религии? Тут уже задумались, да, немножко. Да. А ответ четкий. Нет, или нет, да? Нет. Нет, да? А если ваш супруг, то вы влюбились в узбека? Ага. Вышли бы замуж? Ну, если бы влюбилась, то может быть, да. Любовь важнее, чем нация. Да. Спасибо огромное, Вайсурка. Спасибо. Mana izda hozirda Ermitajni oldidamiz. Bu yerda nafaqat ruslar, yo'q, masalan, biz o'zbeklar, bu yerdan Xitoydan kelgan sayyohlar ham kirib, bu yerda ko'rib chiqishadi. Chunki buning ichida juda ham noyob narsalar bor. Bayram kunlari va dam olish kunlari ham juda ham ko'p odam gavjum bo'ladi. Hozir o'chirib, serozni ochib. Можно перед камерой? We don't speak Russian. We speak English. Нет, no speaking. No, okay, okay. You speak Russian? No. I'm sorry. I'm not speaking. İngiliz dilini bilmiyorum lekin. Şu yerde hem askatar da gari İngiliz dilini bilmiyorum da. Afsus. Örken iş kere İngiliz dilini. Mana izlar videorolikimiz ham o'z yakuniga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga qiziqarli bo'ldi. Albatta qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Uzbom TV kanali hozirda 2-chi kanalni olib bormoqda, ya'ni shu kanal obuna bo'lasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan Hamrakulov Murolam bo'ldi. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling. Ko'cha hayot to'layman. Mana manda hammasi. Shu kanalda topasan videolarni dodasan. Uzbom TV kanali baland parvoz etmoqda. Kanalimning muxlislari to'g'ri yo'lda ketmoqda. Harakat u barakat doim olg'a ketaman. O'z yo'limda to'xtamay, dalshi davom etaman. Bom bom. Mana kanalim Uzbom. Eli geli, manu geli. Bizni yo'qotmoq uchun ko'plab qilding harakat, lek qo'lingdan kelmadi, hammasi qilingan fakt. Bir zarbada yo'q bo'lasan, uzoqdan tomosha qil. Uzbom TV номер один, так что o'rningni bir. Qaytgancha muxlislarim yetarli, reklama kerak emas. Uzbom TV muxlislar chin yurakdan kirsa bas. Chin yurakdan ko'rsa bas. Hayter do'stim, bir ortimga qara, hasaddan ko'ra havas bilan qara. Qo'lingdan kelsa agar, bo'la qolgin bizda, bo'lib ko'rginda bizda. Uzbong.